Всем здорова, с вами Найт, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Cold Shot. Я не знаю, то что больше у нас тут будет, шутер или хоррорец, потому что на сайте там двоякое, это хоррор, но вроде бы шутерный. Мы играем за какого-то агента на каком-то спецзадании, и я как понял то, что мы играем за снайпера, который выполнял какой-то обычный заказ, какое-то обычное поручение, но что-то пошло не по плану. Так что давайте нажимаем приступить, и я в настройках посмотрел вот эту вот сеть. Эту херню я не смог убрать. Настройки я выставил все на ультру, и должно быть вроде бы как нормально все. По качеству картинки. Очень-очень холодная ночь. Я надеюсь, то, что вот эта вот сетчатая хуйня не будет очень хорошо в глаза бросаться. Хотя мне сейчас она очень хорошо отчетливо бросается в глаза. Я бы хотел быть сейчас дома, смотреть ТВ и релаксировать. Просто отдыхать. Но... я имею работу. Специальную работу. Я живу в 12 Сарагота стейдж. Everything ready. А, каждый что-то раз я думаю, готов ли я. Я не могу провалиться. И вот об одной из такой работ у нас сейчас будет эта игра. Игрушка весила где-то, я не знаю, на порядка 1 гига и... ну, чуточку пролагивает, но, как я смотрел, то, что на высоких настройках смотрится не так уже хорошо, как на... о, да, вот мы тут за снайпера, как на это, на ультре. И какого хера у меня там отсвечивает, как будто в этом прицеле? Так, стоп, а кого я должен найти-то? Кого я должен найти? Типа в этом доме кого-то, да? Стоп, подожди. А если я тут... а не, я не могу, я только в пределах этого дома. Ладушки. Так, мне надо, получается, вот в эту вот светлую херню. Так, давай, прицел, наводись. Так, еще чуть-чуть и... давай. Оба! Чё, я сделал это? Ну, я думаю, то, что да, если мы прицелились туда, куда нам нужно. Так, теперь я должен это проверить. Нихера себе у нас, блин, там... патронов в этом в пистолете. Так, ухо что-то у меня сейчас зачесалось. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не, конечно, понимаю то, что в контре и в некоторых таких шутерах убирают наоборот все настройки, чтобы FPS как можно больше значил. Но какого хрена? Типа... в смысле? Я вот это не совсем понимаю. Возможно, делают какие-то киберспортсмены. Но мы таким таксом. А это что-то все закрыто. Мне не нравится музыка, она что-то слишком напряженная. Мало ли сейчас произойдет какая-то херня. И кстати, а это сосна. Мне показалось то, что тут бамбук у него растет у этого челика. Я бы офигел. Хотя я бы хотел у себя, чтобы дома растить бамбук, чтобы у меня рос бамбук. Так, вы взяли ломик. Хорошо, только не могу понять, а зачем тут у нас диван находится? Возможно, этот лес так много жрет FPS, так что я не буду на него смотреть. Так, берем, Е, открываем. Идем сейчас тогда внутрь. И раз нам дали пистолет, значит, мы что-то не доделали. Значит, мы что-то не доделали, и нам сейчас может быть полнейшая жопень. Так, заходим внутрь. Пули у нас тут в качестве прогрузки, но... то, что вот эту вот сетку нельзя убрать, я думаю, то, что без этой сетки была бы картинка чуточку получше. Блин, фига себе тут у чувака тренажерный зал, тренажеры. У меня в деревне точно такой же тренажер есть, только он называется мопед. Велосипед обычно, у которого подножка мотоциклетная, ставишь, да и все, и крутишь педали. В принципе, ничего такого. Так, что у нас тут? У нас тут нихерашеньки. На второй этаж, я думаю, то, что мы пока не пойдем, на первом мы походим. Хотя цель мы вроде как выстрелили в нее на втором этаже, и мне не нравится то, что... тут, во-первых, у нас что-то отодвинут комод. Я не понимаю, зачем именно он отодвинут и почему тут все именно так расхлябано у нас, но... судя по всему... о, видимо, мы какого-то охотника подстрелили. Так, тут у нас что? Ага, тут у нас ничего. Мы в подвал, кстати, можем спуститься. Не, подвал у нас закрыт. Хорошо, раз подвал у нас закрыт, то... В принципе, у нас волына есть. Нам нечего бояться, а? Какой-нибудь скримак-пердак на нас будет вылезать, как бы мы ему хорошенько так ответим парочкой патронов.
Парочкой пуль мы ему так хорошо ответим все. Так, тут что у нас? Да, мы, судя по всему, попали в цель. Окей, так. Минда, ты чего-то... Окей. Хорошо. Какой-то Минде он что-то писал, но что-то он не дописал. Так, куда нам надо сейчас идти? Так, тут у нас что? Тут у нас нифига. Ладно. Я что-то не понял, а что это такое сейчас было? А, мы еще патронов... Мне не нравится, раз мы еще патронов подобрали. Мне вот это чисто не нравится. Берем, закрываем дверку. Тут тоже дверь закрываем, чтобы никакая хуйня на нас не полезла. Так. Это что? Это что за звуки такие? Тун, тун, тун. Давай, еще на гитаре что-то набренчивай вот под эту музыку. Ой. Ой, а кто это у нас тут? А кто это у нас тут, блин, ходит? А не рассчитываешь пулю, сука, получить, а? Тварь ты такая. Ох, блин, лучше двигайся. Чего? Стоп, чего? Подожди, мы перезарядиться можем? Так, я слышал звук чего-то откуда? Откуда ты слышал звук? Блин, он... Стоп, он чего? Ты кто такой? Ты терминатор, а? Пшёл нахуй, пшёл нахуй. Пшёл нахуй, терминатор! Эй-эй-эй-эй-эй! Беги, 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 говно! Беги, беги! Да блин, ты что за терминатор такой, а? У тебя руку оторвало, слышь ты, говно такое! Я чего-то не могу понять! В смысле? В смысле сейчас произошло? Я ему в голову стрелял! Ты, блин, что, из дивижена сбежал, что ли, а? Так, мы тут стартанем теперь сейчас заново. Окей. Окей, окейушки. Окасики. Так, тут мы что можем сделать? Тут у нас ванна. В ванной вроде бы как ничего нету. Так, мы тут патроны еще подбираем. Тогда нормально. Тогда нормально, хорошая ванная. Но я думаю, то, что пока мы не подойдем туда, тут этого челика нигде не будет, да? Хорошо. Если его тут не будет, то это будет очень даже хорошо. Так. Тут у нас какое-то пятно, блин. Ну, точнее, не у нас, а у челика в хате. Какое-то пятно. Тут мы ничего взять не можем. Так, дверь закрыта. Дверка у нас закрыта. Тут мы видим то, что что-то мы не доделали. Видим еще магазинчик. И я охерел сейчас с этого терминатора. Что такое тут произошло сейчас? Так, я вижу точку. А, то есть... Стоп, а в смысле? Он типа уклонился или что? Но я слышу то, что он долбится там. Так, а мы можем это? Не, мы это открыть не можем. Так, тут у нас что? Тут у нас ванна. Ладно, ладно. Тогда сейчас мы этого выносим, да? Или... Или, блядь! Сука! Что это за скример сейчас был? Ты чего? Слышь ты, сука такая! А ну падай! А ну падай! Падай, кому я говорю. Так, теперь мне нужен... выход отсюда. Так. Не. Так. Чё это за звук-то такой был с кухни? Ты все, блядь, заколотил! Ты, блядь, терминатор грёбаный! Иди, иди в отчельник! Все, я от тебя тут закрываюсь. Ты нехороший человек. Вот, я думал, кто тут нехороший человек самый? Мы или этот человек, которого мы решили прибить? И я вижу то, что ты, сука, нехороший нихуя! Так, сон опять у нас упал. Окей, окей. Ага. Так, может быть, где-то в окошко мы тут пролезем? Я вижу еще одного челика. В смысле, хули ты стоишь, то помоги мне тут, а? Стоит он, блин, смотрит на меня. Так, где? Где это говно? Это говно должно сейчас откуда-то отсюда прийти. Да, я вижу там... Ты, блин, ты сука такая, а? Оборзел ты, что ли? Дохни! Совсем, что ли, охуел? Да что ты там стоишь-то? Помогай мне! Я не могу понять, на какого терминатора мы напали? А что значит give up? Типа... А, give up — это у нас выход в меню. Ладно, сейчас попробуем мы еще разик, но...
Какого хера? Стоп, я сейчас хочу попробовать следующее. Что, если мы специально не будем в него стрелять? Так, очень-очень холодная ночь. Раз уж с этим терминатором все понятно, я не знаю, куда нам еще бежать тогда от него. То я бы хотел попробовать следующее. В него не попадать. В него не попадать. И нам что выдаст? Прямо миссия у нас провалится или что? Так, тут мы можем еще подобрать патрончиков. На всякий случай, на всякий пожарный. Так, ладно, идем сейчас тогда к снайперке. Выносим что-нибудь другое, но самое главное его. И, возможно, он сочтет это как знак доброй воли и пощадит нас. А хотя... Не, я лучше куда-то вот сюда выстрелю. В смысле? А рядом с ним? Окей, надо прямо в него. Хорошо. Хорошо, мне игра так намекнула. Хрен тебе, а не выбор действий. Так, а мы тут можем что-нибудь сделать, подобрать? Может быть, тут еще патроны будут? Просто то, что на этого чудилу не хватило патронов, я просто офигел. Я просто сейчас с этого офигел полностью. Ладно, идем сейчас тогда. Тут пройдемся. Возьмем тут еще патроны должны быть, да? Где-то же тут должны быть патроны. Так, я не могу ливнуть. Как ты не можешь ливнуть-то, а? Не, ты сейчас еще не видел, что там за терминатор. Но я бы, если бы увидел то, что этот чел куда-то либо пополз, либо встал и пошел с прицельного выстрела со снайпы, я бы такой, так, что-то тут нечисто, что-то тут нечисто, и я один патрон сейчас просрал. Поздравляю тебя, Найт. Ты умеешь просрать один патрон. Хорошо, сейчас мы тут еще посмотрим, может быть, тут будет еще патроны. Может быть, тут они еще будут и... так, тут я нифигашеньки не вижу. Блин, прикольно, тут статуя стоит, конечно, но... самый главный вопрос таков. А где, типа, патроны еще взять? Окей, я увидел две локации, где можно взять патроны. Окей, тут же где-то во дворе должны же быть тоже патроны. Или я что-то путаю. Или они тут не должны быть. Просто я сейчас лучше тут пройдусь, и мало ли, если я найду тут патроны, то, в принципе, так, тут какая-то, я не знаю, то ли ямка свежевырытая, то ли... А, я вот еще вижу тут патроны. Да, я вижу тут еще... А, или нет, это не патроны. Это не патроны, уже, как говорится, шиза показалась. И, как говорится, я не понял, какой хер у тебя тут люк делает. Возможно, у него тут слив канализации, но... Как говорится, выяснять мне это не хочется. Не очень хочется. Ладно, если вот в этих сейчас двух или трех попытках я не знаю, как его еще, блин, утихомирить, как его, я не знаю, может быть, завалить, то на этом, я думаю, тоже серию мы закончим, потому что как бороться против этого терминатора? И, кстати, единственное, что у нас было еще закрыто, это был у нас закрыт подвал. У нас был закрыт подвал, и так, сюда мы, кстати, не заходили. Подвал закрытый, единственное, мне кажется, мыслью, куда мы можем пробежаться, это, собственно, в подвал. Тут какая-то, да, тут туша разделочная, так, там какая-то схема метро, скорее всего, метрополитена Москвы, потому что там можно будет заблудиться. Так, можно. Стоп, а мы можем присаживаться? Не, присаживаться мы не можем, и... А, мы можем еще тут патроны подобрать. Хорошо, я нашел три точки, где могут быть патроны. Окей. Так, патроны. Мне нужны очень патроны против этой твари. Но с каждым вот его откисанием, я так понимаю, то, что он становится все злее и злее. Не, я бы тоже становился злее, если бы какой-то непонятный черт решил бы меня убить. Вот я бы тоже с этого негодовал. А так челика можно понять. А так челика можно понять, из-за которого мы играем, то что он увидел непонятного терминатора, он хочет поскорее от этого избавиться. Так, 36. Так, мы же еще где-то не подобрали или подобрали везде. Так, тут закрыта дверь. Так, мы пойдем к тебе, товарищ наш, друг Сидней, чуть позже. Я бы хотел проверить тут. Так, тут у нас ничего, ладно. Стеночки мы обнюхали, ничего тут у нас нету и... Ох, сейчас мы, либо, если мы в него не будем стрелять, мы увидим сейчас скример, да? Да, мы увидим скример, и это, скорее всего, я не знаю, какой-то труп агента 47.
Такс, оба. Все, патроны израсходовали. Такс, мне надо двигаться тише. Закрыто. А почему дверь-то закрыта? Я шум слышал, кстати, сейчас где-то оттуда. Пойдем сейчас тогда туда и... Блять, ну... Ну не имется же тебе, а! Такс, ой-ой, 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 ой-ой. Такс, да ты охуел, падай! Падай, падаль! Я совсем не понял этого, в смысле? На тебя сейчас сколько патронов? Не, возможно, я там в него в холостую сейчас выстрелил, когда у него была анимация, типа он поднимается. Ну, как в Destiny бывает обычно, на некоторых боссах. У них проходит анимация, и дамаг совершенно не проходит. Так, а где тут патроны были? Так, я помню то, что патроны были тут. Патроны были у нас на втором этаже. А, да, в двухкомнатных на втором этаже. И, в принципе, так, а где эта рожа была, которая ухмыленно так смотрела? Выбегаем и идем сюда на кухню. Окей, я понял. Так, что-то флэш. Хорошо, что что-то флэш. Так, что мы тут можем сделать? А, мы тут можем напрямую открыть пароход. Окей, все, я понял. Я понял. Я хочу все-таки попробовать сначала выстрелить вот в эту хуйню, которая будет там ходить. Так, я ее кое-что не сделал. А самое главное, я не взял патроны отсюда. Так, берем патрончики и идем за другими патронами. Затем берем мы эти патроны. На всякий случай перезарядимся до полного магазина. Да, и в принципе сейчас мы должны увидеть вот этого нашего милого соседа. Правда, я не знаю, почему я его именно соседом назвал, но... Такс, ага. Для него пока что столько патронов нормально. Окей. Я должен двигаться быстрее. Хорошо, может быть, в тебя выстрелить, сука? Но я слышал сейчас где-то выстрел в другой стороне. Такс, а где? Окей. Где нам там пройти надо? Такс, я тебя вижу. Все, у тебя анимация прошла, можно тебя валить, да? Все, его мы повалили на землю. Такс, а куда нам надо идти? Куда нам идти-то надо? Черт ты такой небритый, куда идти? О, вы имеете теперь ножик. А мы можем против этого сражаться теперь. Такс, погоди. Погоди, он сейчас будет наиболее яростным, да? Такс, а ну-ка, сука, а ну-ка, сука. Не-н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 е. Такс, все, ты падаешь, падаешь. Так, а мы можем сейчас... Такс, блять, ножик, ножик, сука. Дверь закрыта, какого хера, а куда мне надо идти-то? Куда мне от этой чупакабры идти нужно? Такс, вы взяли ножик, окей, может быть тут? Нет, тут закрыто. Такс, закрываем тут. Выбе... Пиздец. Как говорится, это пиздец, товарищи. Все, сейчас он сюда забегает. Сейчас он сюда по-любому забежит. И делаем сейчас следующее. Давай падай, сука! Падай, падай! Да ты издеваешься, блядь! Сколько на тебя патронов-то надо, а? Ты терминатора, ты вибраниума перекушал! Я совершенно не понимаю, куда мне нужно идти? Вот допустим, куда мне надо идти? Этот челик, он где? Вы нашли ключ от библиотеки. Да ты, блядь! Чего, блядь? На меня же сейчас тот черт побежит, да? На меня же сейчас побежит тот черт. И мне будет очень-очень хуёво. Я прекрасно понимаю то, что я сейчас сдохну, да? Радость моя, ты где? Иди ты ко мне побыстрей. Радость моя. Ты же там лежал где-то. Ключ от библиотеки. Unlock it. Unlock-нули. Закрываем нахуй. Такс. Что мы тут можем еще? Какая-то тут у нас папочка, что-то нам там говорится. Окей. Окей. Такс, а что мы тут можем? Ну окей, мы открыли, и что? Ну у нас один патрон только. Как? Как мы сейчас будем против этой ебаки, я не знаю. Если мы сейчас помрем, то перезаряжаемся. Я знаю то, что он сейчас сюда войдет, этот пидор. Как бы пошло это не звучало.
Так, ты где? Ты где? Он же должен быть где-то тут, да? Ладно, была не была, выходим. Была не была. Нам дали патроны, это значит не просто так и... Так, сука, такая, сдохни, тварь! Да ты, блядь, задолбал меня уже, а? Дай мне спокойно пройти. Дверь заблокирована. Вот видишь, а? Мы с тобой тут вдвоем. Давай тут, блин, развлечемся потом, блин. Ох, мне ща будет жопа, а? Ну чё, здратуйте, здратуйте, да. А то есть я понял, мне надо действовать как-то... Ты чё, мне чайный пакетик начал делать? Я понял, мне надо действовать пооперативней. То есть, мы берем сейчас тогда, лутаем патроны. Когда в первый раз он падает, мы идем. Так, где у нас тут ванна находится? Я все-таки хочу пройти эту игру. Так, мы берем в ванной вот этот вот нож, вырезаем. И когда он второй раз поднимается, точнее, когда он первый раз поднимается, мы в него всаживаем патроны. Затем мы со всей этой хуйней бежим на библиотеку. И я не понимаю, что мы там делаем. Я просто не понимаю, что мы там включаем. Типа, стоп, а это что? Какая-то книженция. Окей, книженцу мы почитали. Как бы чего-то мы там да узнали. Так. Блять, почему мне показалось, как будто эта чушка где-то тут уже находится? Ну, как бы... А, это наши шаги. Показалось. Я думал, то, что это не наши шаги. Блин, вот я бы на месте чувака увидел то, что какая-то херня и такой, но, может быть, ну его нафиг, а? Может быть, серьезно, ну его нафиг. Как бы мне моя жизнь немного дороже. Так, в ванной нам делать больше нечего. Туда нам делать больше нечего. Так что, на втором этаже нам нужна будет только библиотечка. Нам нужна будет только библиотека и... Давай, давай, скримак, я уже к тебе привык. Я уже к тебе привык и... Так, перезарядочка. Перезарядочка. Так, идем сейчас в туалет. Давай, звук, стук. Ну что, где? Вот звук. Вы взяли нож. Почему против этого мудака нож-то использовать нельзя? Так, валим тебя еще разик. Ага, повалили еще разик. Хорошо. Теперь мы идем сюда. Так, вы получили ключик от библиотеки. Твою налево, а? То есть я, кстати, мог на него патрон не расходовать? Так, где? Где ты, радость моя? А, ты уже тут. Хорошо. Да, блядь, да иди ты в библиотеку. Так, взяли патрики. Если ты, сука, такая сюда сейчас пойдешь, то... Как бы у меня есть для тебя один сюрпризик, один подарочек. Я не знаю, зачем мы это сделали. Зачем мы вот эти вот выключатели нажали, но... Мне что-то так кажется. Но уже тут. Я вот точно жопой чую то, что... Чего? Мы тут закрылись? Какой-то плач. То есть, типа, он плачет, то, что он нас не достал. Не, чувак, я, конечно, понимаю то, что ты, возможно, местная росомаха, но зачем тебе меня... Не, я как бы понимаю, как бы я тебя чуть-чуть хотел вальнуть, ты меня вальнешь, да, и будем квиты, но... Но какого хера? Какого хера тут творится? Я видел плач где-то там. Ну, не видел, а слышал где-то там плач и... Так, он где-то сейчас... так, ага. А, то есть мы можем ходить вот так вот тихо, и он сейчас что-то тут откроет, да? Давай. Давай, ты где? Нету. Ладушки. Челик, мы пока тут за тобой погуляем, хорошо? Ты не против? Да ты сука такая! Я думал то, что мы с тобой подружимся, как в белом танце кружимся, сука! Пшел нахуй! Пшел нахуй! Пшел нахуй! Пшел нахер! Я, конечно, израсходовал сейчас почти все патроны, но... Ох, твою-то мать. А что нам это дало-то, а? Мы включили, блядь, свет. Окей, поздравляю.
Как говорится, что нам это дало? Нам дало это целое, самое, что ни на есть, целое, нихуя. Давай, вот беги сейчас за мной, а, радость моя. Оба. Все, он меня сейчас грохнет, и все. Все, у меня патронов почти не... Так, он кровушкой хлещет, и... Я, кажется, понял, как у... Блять, не понял. Я думал то, что я понял, как у его, как от его ударов отворачиваться, но... Я думал то, что на этом мы как раз сейчас и закончим с этой игрой, потому что я не представляю, что там делать дальше. Мы активируем выключатели, да, я уж хотел сказать отключатели. И свет зажигается. Окей, свет зажегся. И что? Что дальше? Что нам дальше надо делать? Я этого совершенно не понимаю. Так что на этом все. С вами был Настя. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов на подобную тематику, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи. Всем удачи, всем пока. Нихера себе тут шарик прочный.